Юлия Саутер, Румыния. Та самая Юлия Саутер, которая сотворила микросенсацию, попав вот в этот самую вот группу. Посмотрим, как хватит ей моральных сил. Она впервые пробилась в финал. Да. Это у нее 5-й чемпионат Европы. Ну, давай, доказывай. Так, с ошибочкой. Ну, мелодия, видите, какая заводная, веселая. Зрители сразу это поняли, поддерживают. Есть тройной Рюдбергер. Тройной тулуп, посмотрите, высокий, да еще и в связке с двумя прыжками. Два оборота, ну, пока все хорошо. Тройной сальхов с двойным тулупом, настроена серьезно Юлия Саутер. Первую часть готова, видите, как успешно, молодец. Хороший пример вот нашим белорусским девочкам и девушкам, нашим фигуристкам. Наши спортсменки вот, и мои собственные воспитанницы долгое время соревновались вот с этой самой Юлией Саутер. На различных соревнованиях мы с ней очень часто пересекались. Выигрывали у нее, слушайте, один турнир, второй, третий. А вот сейчас Юлия Саутер на чемпионате Европы. А где наши девушки? Почему не наоборот? Вот видите, как бывает. Дорогие девушки, надо тщательнее готовиться, надо быть уверенными в своих силах. Дорогие специалисты белорусские, надо нам не отставать. Что ли? А это именно спортивный вид, где участница должна прыгать и высоко, и уверенно. Вот Юлия Саутер очень прибавила в этой вот прыжковой составляющей. Наверное, этой части подготовки уделяется пристальное внимание в ее тренировочном процессе. И она просто вот, кроме этого прыжка, стала прыгать лучше. Надеемся, вот эта ошибочка была бабочкой случайной. А так она, конечно, прибавила. Высоко прыгает, хорошо. Кстати, еще и эмоции есть. Так что вот в целом большой скачок вперед у нее. И вы знаете, она, да, имеет перспективу. Румыния может ей быть довольна. Эта девушка может себя еще проявить не один год. По крайней мере, в грядущей Олимпиаде это претендентка от Румынии однозначная на попадание на следующие Олимпийские игры. Молодец, поздравляем. Поздравляем. Вот для Юлии Саутера вот этот турнир в Минске, это да, целиком согласен с оценкой тренера. Это плюс, старт плюс. Большая молодец. Отличное исполнение, короткое. Сегодня достаточно хорошее катание. Ну что?